Всем привет, Влад на связи с sellerboard.com. Отвечу на частый вопрос, который мы получаем. Почему на уровне продукта не всегда показаны затраты на рекламу? Итак, мы пользуемся двумя интерфейсами, чтобы получить данные. MVS, то есть Marketplace Web Services, и Amazon Advertising API. Это интерфейс специально для рекламы. Amazon Advertising API, если вы его подключили, что я вам советую сделать, дает нам данные о рекламе с точностью до дня и до продукта. То есть мы точно знаем, на каком продукте сколько денег мы потратили на рекламу. Но, к сожалению, только за последние 60 дней. То есть в момент вашей регистрации мы считываем данные за последние 2 месяца. С момента регистрации, естественно, все работает без проблем, но на время регистрация минус 2 месяца и раньше у нас нету данных по рекламе на уровне продукта. Что у нас есть? Мы получаем затраты на рекламу через интерфейс MVS, и мы используем, показываем эти цифры, но они не разбиты по продуктам и по дням. То есть это работает так, что мы видим раз в несколько дней или в 2 недели Amazon списывает, например, $500 за PPC рекламу. Мы точно не знаем, на какую компанию ушли эти деньги, на какой продукт и на какой именно период. То есть мы показываем эти затраты на уровне аккаунта, а не на уровне продукта. Еще одна проблема. Если вы пользовались кредиткой, чтобы оплатить счета Amazon за рекламу в Европе, насчет Америки я не уверен, если там есть такая проблема, то, возможно, Amazon не будет нам показывать затраты на рекламу вообще. То есть на период регистрации минус 2 месяца и раньше, возможно, что вы увидите нули в графе PPC, то есть затраты на рекламу. Что делать в этом случае? Во-первых, знаете об этом, чтобы вы просто правильно считали цифры. Если вам важно мониторить или иметь точные цифры за эти старые периоды, то просто внесите ваши затраты на рекламу вручную в меню расходы, то есть там же, где вы вносите ручные расходы. Всем спасибо, надеюсь, хорошо объяснил, если нет, пишите, и до новых встреч.